Всем привет, я Костя Дзю. Я Владислав Столбовский. Я Сергей Фонтаров. Я Шахрёвск. Я Даниил Тетерев. Я Кусейн. И сейчас мы выберем самого сильного героя из сериала. Какой-то дипломат. Ну, видно, что широкоплечий парень, видно, что спортивное телосложение. Он попытается убедить меня в том, что я не прав. Это офис-менеджер, это точно не самый сильный боец. Хотел сделать что-то значимое. Хоть раз в жизни. Лицо его не внушает доверия, если честно. Такие люди обычно убивают людей. Снимается в рекламах всякий, стилист какой-то. Могут табличку носить в ринг и все. Раунд второй. Выбирайте, на какой вы стороне. Если не на моей, то проваливайте. Сельским хозяйством занимается? Или врач? Не опасно. Похож просто на главврача. Ухмылка уж точно хитрая. По перчатке на правой руке играет в гольф. Хорошо думает. Отлично. Похож на мафиози такого. Думаю, гольфист. Просто по выражению лица его. Он в боксерских перчатках, он и выглядит как боксер. Какой-то он растяпа. Соберись! Только в перчатках единственный, который может выйти на ринг. Те, кто ни разу не одевали перчатки, не знают, как это страшно. Ковбой. По сериалам, да, я знаю. Сверхъестественный, да, называется. Он брутал. Все-таки выберу вот этого в шляпе. Он серьезный парень. Вы арестованы. Но он похож на Росомаху. Тоже серьезный парень. Хорошую роль играет. Не за злую сторону. Я бы справился с ним. Ты слабый маленький ягненок. Местный хулиган. Ну, у него дробовик, значит, он без дробовика не особо сильный. Таких мы не уважаем. Мужчины решают все на кулаках. Томас Шелби. Никто его не знает. Тем более в те времена, типа, сериал снимается, там кулачные бои были. Джентльмен. Чисто английский стиль. Ну, у него конюшня своя и мафия. Он похож на одного моего друга. Я выберу его, кто мог бы со мной, может быть, справиться. Это Томас Шелби. Томас Шелби. Это большая ошибка, косо смотреть на Томаса Шелби. Смотрите профессиональный бокс от Кости Дюк. Только в А-медиатеке.